вас есть, ребят. Дом обычно разбит, разрушен. Но что у нас есть? Ух ты, ребятки. Вот и секрет. Вот что я еще не смотрел, все уже посмотрел. Шкафчик. Ребята, раритет. Раритет, фотоаппарат, ё-моё. Короче, еще две монеты я отсюда вытащил. Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Двигаюсь на одну местину. Сегодня у нас, ребята, будет заброшечка. Присмотрел одну деревеньку и, пользуясь случаем, решил я заехать на то легендарное место, где всю весну я таскал хабар. Были грандиозные находки, их было очень много, их было в большом количестве, и отсюда у меня удалось снять серий, наверное, 5 или 6. То есть, вот это вот те самые легендарные названия, где тряс Кондратий и так далее. Ребят, я сегодня нахожусь здесь. И вот здесь вот это поле. Вот это поле, та весенняя распашка, на которой я собирал чешую. С Игорьком мы однажды тут были. Собирал царские монеты и все остальное. Сейчас моросит дождь. Я просто решил сюда, пользуясь случаем, заехать, посмотреть, что же здесь такое. Может быть, здесь что-то распахали вновь. Но мы, ребята, видим, что сидят подсолнухи. Подсолнухи с человеческий рост, которые уберут не раньше, чем сентябрь. Вот. Потому что это молодь, это... Ну, их засадили, я даже не знаю, для чего их засадили. Вот, и видно, что не до... Ну как, в начале, конечно. Но не суть. Суть то, что мы обломались. А вот, вот эта церковь, ребят. Церковь, на фоне которой мы и копали. Вот здесь вот было пара фундаментов царских. Монетки царские попадались. Ну вот как-то и так. Поэтому плачевная июльская погода с дождем моросящим встретила нас... Вот с такой вот информацией. То есть делать тут до осени точно нечего. Был я тут весной. Ну и если когда подсолнухи уберут, если его оперативно сделают, можно, ну в смысле распашут, отдискуют вот эту стерню, будет актуально походить. А так вообще после подсолнухов обычно глубокая перепашка следует. Надо подгадать вот этот момент, сюда приехать после глубокой перепашки. И здесь, ребята, можно еще серии 10 будет отснять. Потому что находок тут будет превеликое множество. Место богатое, место с историей и место интересное. А сейчас я двигаюсь на заброшечку. Сегодня посмотрим заброшку. Вот. Как я вначале упомянул, нашел деревеньку. Осталось только туда доехать и посмотреть. Так что до следующего включения. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда, поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин Антиквар 32. Делаешь заказ, нажимаешь «Оформить» и вбиваешь промокод «Охота за сокровищами», который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ, и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду «Охота за сокровищами» работает почти на все. Сейчас, ребята, все возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин «Антиквар 32». Пожалуй, это то, что нам нужно. Ну что, ребятки, вот она, эта деревня. Вот она. Но крайне непонятно, что же здесь такое. Вот это, по всей видимости, дом жилой. Вот, вот здесь вот идут заброшки старые. Старые по девятнахе. Сейчас посмотрим. Я переоделся, короче, во все зеленое. Вот, потому что пробираться приходится аккуратно. Сейчас покажу. Как-то вот так вот, братцы. Как-то вот так. Вот здесь вот липовая аллея старая тянется к пруду. Вот там была видна возле пруда, пруд расчищен, бульдозером и грейдером сняли. Может быть, вот этот дачник. Видна керамика старая. Вот, причем керамика очень жестко старая.
Мне здесь сейчас, ребят, повезет, и я эти заброшки отработаю. Вон еще одна, братва. Вот крыша торчит. Лишь только в том случае, братцы, если здесь не будет собак. Вот она, эта хата. Вот она. Точнее, одна из них. Хотел две посмотреть. Лаз есть, ребят. Вот дом, как обычно, разбит, разрушен. Но что у нас здесь? Ух ты, ребятки. Ни хрена себе. Сейчас залезем, посмотрим. Там дипломат какой-то лежит. Печка русская, ёперный театр. От души. Так, ну что, братцы, данный домик покинули люди. Ух ты, ёперный театр. Блин, да тут стрёмно. Впечатление такое, что будто... Нет, ну тут уже понятно, что давно никто не живет. И это давно ничья не дача. Да. Нет тут монитосов никаких. Монитосов нету. Короче, хату... Ух ты, подкова какая, братва. Вот это находочка. Скорее всего, укопанная подкова в огороде. Вот, потому что видно, что обломано. Жеребец был... большой. Возможно, висела 2004 год газета. Ну, значит, где-то с 2005. Опять же, по теории вероятности, здесь никто не живет. Вот заброшка убита. Заброшка разрушена, но еще не так, как обычно попадаются. Так, а здесь у нас на чердак лестница. Чулан. Так. Посмотрим. Да, стал, конечно, путевый, блин. Там еще одна заброшка, она гораздо старее. Я сейчас посмотрю, если есть туда доступ, значит, мы зайдем. Современные ключи. Не понял. Показалось, кто-то ходит. Современные ключи. Ну и давайте зайдем, посмотрим. Ё-моё. Братцы, тут надо оглядеться, потому что так, тут матрасы. Князь Потемкин. А, вот и календарь. Календарь, ребята. 1995 год. А газета лежит 2004. Ну ладно. Даже монетки какие-то вон есть, смотрите. Ну-ка. Сейчас я их покажу. Наверное, ходячки современные. О, нет, позднятина, ребята, ни хрена себе, ни хрена. Поздний пятак, обалдеть, валяется, обычно такие только в земле находишь. Поздний трояк, а, двадцатник. 61-й год, потемнели уже. Это что такое? 92-го года, лех тут лежит. Это что? 92-го года. 92-го года. Короче, братва, без металлоискателя 5 монет. Это что? 5 монет в тарелке. Вот типа пожалуй. И копать нахрен не надо. Вот. Блин, тут бы, конечно, пошуршать. Но пошуршать тут, братцы, не получится. Точно не получится. Какая газета? 15 копеек цена, 1991 год, «Комсомольская правда». Учебники новейшей истории.
издание 45 копеек с картами. Физика. Посмотрим издание сейчас какого года. Показываю не очень хорошо. Да, братва. Вот это заброшка, так заброшка, блин. Меня. Я, конечно, понимаю, что там ничего не стоит, но меня очень порадовали монеты в тарелке. Просто лежат тупо на столе. Их даже, если сюда залез кто-то, даже не взял никто. Никому не нужны. 38 копеек. Год какой. Молекулярная физика, тепловые явления. Я не вижу год. Не вижу. Но советского времени. Так, 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 так. Вот такой вот шкафчик. Интересный. Пасека была. Соты, видите, ребят? Здесь этот пчельник жил. Вот. Вот это вот по башке бить. Видите, киянка деревянная. Вот. Тоже служила для чего-то. Так. Сейчас это что? Кошелек. Нет, это очки, наверное, тут были. Вот современная хренотень. Это тут, наверное, то ли кто-то пытался, то ли нет. Город Липецк, 2003 год. Зеркало. Здравствуйте всем. Так, пуговицы. Как обычно, пуговицы. Куча пуговиц, катушек и соска. От души, ребят, годнота просто. Монеток тут не вижу пока я. Вот одна из них. Ух ты. Одна из них. Пуговица алюминиевая. Такая вот узорчатая. Она, кстати, будет звонить, как царская медь, наверное. Так. Да, вот такой вот сталк. Вот такой сталк, братцы. Вот такой. Вот эта тусклая комната мне нравится больше. Смотрите, какая ваза. Там что-то есть. Хренотень тут. Песок. Так. Это что? Батарейки Kodak. В свое время были. Так. Это что? Тут батарейки Kodak и лежали. О, Bluetooth, ребят, вот он еще один, смотрите. Охренеть, еще один монитор Ля-Привас нашел на подоконнике. 1991 год, 1 копейка. Тут походить, посмотреть. Можно много найти. Да, заброшки это, конечно, братва, это таинство. Это такая интересная фишка, вот. Если вы ходите по заброшкам, будьте уверены, наверняка не лазите по домам, которые под дачи. Вот. Потому что она заброшка, она видна. Ну вот понятное дело, что это заброшка, что она разбита, побита. И там, короче, ну я когда залазил там, ну я не знаю, лет может быть 10 уже точно сюда никто не заходил, потому что заросло все уже не то что травой, а уже и деревьями. Так, вот здесь посмотреть на этом шкафу. Сейчас позырим. Выключусь пока. Короче, вот в этом ящике, братва, я еще надыбал монет. Но тоже монеты все. Ну, вон еще одна лежит. Тоже все монеты. Эти сталинские, ё-моё. Вот, видите, красные сапоги, какие раньше были. Раритет, ёперный барабан. Вот, женские. Девахи танцевали деревенские в них. Так, тяжело очень. Надо было какой-то налобный фонарик мне взять, потому что я, получается, и снимаю, и снимаю, и ищу куртки здесь какие-то. Вот по кармашкам посмотреть. Ничего тут бывает. От мужа пьяницы деньжонки ныкали. Ну, тут карманы худые все. Так. Там что? Там не вижу, что ли. Так, тут ничего нету. Какой-то котях лежит, обои. Из трубы земля сыплется. Ну тут, да, уже пипец, тут лет 10 точно. Вон, видите, ребят? Вот уже из трубы засыпалась земля. Тут может быть даже
больше 10 лет никто не живет. Ну и сейчас под скатеркой посмотреть тоже интересно будет. А скатерть она такая. Бывает, под скатерть кладут. Ну, по крайней мере, раньше клали всякие там записки, письмена, открытки, всякие телеграммы. Но обычно это делали для того, чтобы не потерять старый адрес. Ваза хорошая, блин. Смотрите. Советская. Ну, тут подколото уже. И, кстати, деньги, ребят. Деньги. Ну, тут нет ничего. Все назад. Да, бумага даже туалетная. Или... Все назад, все назад. Так. На полу нашел трояк еще поздний, кстати. Надо вот углу и посмотреть. Я их не смотрел здесь. Вот, прям валялись на полу. И вот на этой полке были монетки. Так, так, так. В кружках. Здесь какие-то орехи, ё-моё. О, витамины комплевит. Вот я вот однажды... А, тут соль. Для чего делалась соль? Так, посуду не трогаем, не нужна. Вот эти ящички еще посмотреть. Соль, братцы. Соль у нас для того, чтобы плесенью не покрывался. Какие-то вещи были. От сырости. Пустой. Тоже пустой. Так, ладно, пока выключусь. Ребята, раритет. Раритет, фотоаппарат, ё-моё. Короче, еще две монеты я отсюда вытащил. Сейчас. Ну, они обычные. Вот. Вот такой вот фотик. Китайский, жестокий, 90-х годов. Вот, и вот тут же лежали еще две монетки. Вот, сейчас. Сейчас я... Вот они, они. 82-й год, 5 копеек. И 74-й, 10 копеек. Они все какие-то, блин... В каких-то соплях. Вот. Интересно тут посмотреть. Так, тройку я вон там в углу на полу нашел. Да тут их будет до хрена под полами еще больше. Вот. Ну, видимо, видите, все поздние и все такие. Короче, сталинские. Ой, сталинские. Борьки пьяниц, короче. Карты. И вот он секретный. Вот что я еще не смотрел. Все уже посмотрел. Не смотрел вот этот шкафчик. Вот он. Так, а вот тут уже интересно. Так, леска. Странно, леска есть, и здесь пруда-то нету никакого рядышком. Детские рисунки. Все, ребятки, монитосы. Пипец, это реально очень интересно. Вот. Я еще не залазил на чердак. Вот, интересно посмотреть, что там. Давайте сделаем это вместе. Ну там я слишком. Блин, еще и здесь я в посудных этих не смотрел. Соски, вон, видите, авент, это современная херня, кстати. О, коловорот. Дрель-коловорот. Вот такую дрель я заберу себе. Она мне пригодится в хозяйстве. Старинная вещь, между прочим. Навильники, картошку копать, тяпки. Ну, этого всего добра у меня хватает.
Посмотрим, что на чердаке. Напоследочек, как говорится. Ну, соты. Все соты, бубны, ульи всякие тут. Вот, ничего. Я, конечно, сейчас пролазю здесь, посмотрю аккуратно. Но здесь я не думаю, что что-то будет. Вот. Если что-то будет интересное, включусь. Вышел я, братцы, из дома. Короче, вот так вот зарос сливником. И я только сейчас голову поднял. Посмотрите, какие мощные сливы. А. Блин, они реально мощные. И очень большой сливник. А вот здесь вот белая слива. Вот. Смотрите, ребят, какие плоды. Вот. Они будут офигительные. Вот. Показываю вам находочки. Вот. Что это? Как типа чайки. И показываю вам заброшка. Еще одна. Короче, братцы, вот, вот видите, вот так вот зарастают деревни. Вот. И вот между этими кустами стоял дом. Вон он стоит, в кустах его видно. Вон стенка. На, лет 15 тоже никого не было. Короче, забрал я все же коловорот. Ручная дрель. Вот такие вот находки мне удалось зацепить. Блин, упала монетка. Сейчас найду ее. Охренеть, я тут надолбил. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 монет я сейчас поднял. Ну, как бы они понятно, что не стоят ничего, но приятно. Вот, позвянкивают в кармане. Вот, самая ценная находка, самая такая нужная находка, которая, вот она еще монетка, пятачок 92-го года, которая понадобится в хозяйстве. Ребят, это вот эта вот ручная дрель. Она даже со сверлом. Не уверен, что сверло хорошее. Хотя, если советское, то хорошее. Вот это мы возьмем. На сегодня все. Блин, сливник, конечно, вообще мощный. Ребята, если вам понравился такой формат видео, смотрите, вот она, эта заброшка с красного кирпича стоит. Вот, видите, стенка. Сейчас сфокусируется. Ну, ее видно, вот она. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И самое главное, братцы, сейчас я посмотрю еще одну заброшку. Поэтому подписывайтесь на канал. Потому что в следующем видео, я думаю, будет именно вот этот домик. Куча таинств. Хранят ребята эти дома. И куча всего интересного. Самое главное то, что это все как-то прям так, знаете, на грани нарушения. Вот понятно, что тут, ну, видно, да, что все заросло. Но, блин, это так прям, это, братва, эмоции. Всем пока, до скорых встреч, до следующих серий.